Праздник в квадрате устроили для юных жительниц муниципалитета в управлении МВД России по Ленинскому городскому округу. Вручение первых паспортов накануне любимого весеннего праздника надолго останется в памяти. Хотим вас поздравить официально, вручить ваш первый, единственный настоящий документ. Значит, на последней обложке написано, что непосредственно нужно делать с ним. Внимательно изучите. В рамках акции 8 марта в каждый дом 5 девушек получили официальный статус гражданина России и свои первые праздничные букеты. Этот шаг во взрослую жизнь предполагает и новые возможности. Они могут совершать уже сделки от своего имени, но с разрешения родителей. Также они имеют право уже работать, также с разрешения родителей, и получать заработную плату, распоряжаться так, как им угодно. Сестры Маиловы пришли на вручение паспортов вместе. Старшая Вероника решила быть рядом с младшей Викторией в этот волнительный день. Я его получила 6 лет назад, вот сейчас его буду менять. И я его получала в развилке. Мы просто все стояли в очереди и подошли, нам выдали паспорт, и мы убежали. А сейчас я очень рада, что так как Виктория совпала с 8 марта, решили сделать такое торжественное вручение, поэтому я поехала ее поддержать. Я очень рада, что я получила свой первый документ, такой значимый. Тем более еще в честь 8 марта. И я стала взрослой уже официально. Поэтому да, у нас будут изменения какие-то в жизни. Совсем скоро у девушек появится еще немало официальных прав и обязанностей. Но общее фото с праздника ненавязчиво напомнит, с чего все начиналось. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.